Всем привет из Рима! В этом видео я покажу, какую обувь продают в магазинах в Риме. В одном из прошлых видео я делала обзор на обувь с прилавков, которая продается на улице, стоковая обувь, и вот что продают в магазинах. Конечно, одним из трендов продолжает оставаться грубая подошва. Все бренды представили такую обувь. Ботинки амфибии также остаются популярными, добавляются различные элементы, стразы, шнурки. Вот это интересная модель. Сейчас покажу. И во второй половине видео мы поедем в магазин. Я куплю себе ботинки, покажу, какие ботинки купила я. Взяла, конечно же, с собой свекровь, потому что это ее магазин, где она постоянная клиентка. И я ее взяла с собой, чтобы мне сделали скидку. Так, и, конечно же, она не смогла уйти без покупки. И я покажу, что же купила она в этом магазине. Это витрина Geox. Здесь уже более классическая обувь представлена. Так, мы направляемся в другой район. Район называется Виа Клара. И посмотрите, какая у нас погода. У нас, нам обещали дождь, но обошлось без дождя. Было просто пасмурно вчера. И пока вы разглядываете Рим из окна автобуса, я отвечу на один вопрос, который мне задавали. Как часто моя свекровь делает покупки, обновляет гардероб, и показать какие-то, может быть, новые ее приобретения. Я хочу сказать, что моя свекровь, она не шопоголик. То есть она крайне-крайне редко покупает какую-то одежду. О себе я могу сказать то же самое. Я уже не шопоголик, и я не люблю покупать много-много разных вещей из Zara, Mango, Jerry. Я предпочитаю купить одну-две вещи в сезон, но хорошие, хорошего качества, конечно же. Сейчас мы подъезжаем, проезжаем мимо спортивного центра, спортивного комплекса Муссолини, Фора Италика. Я его тоже неоднократно показывала, потому что в этот район мы уже ездили, и видео у меня есть из этого района. Стадио Олимпико. Полиция повсюду. Полиция, то есть. Вот она, современная Кьеза. Карло. Vedi qua abitava Raffaella Carrà in questo condominio qui vicino. Carlo говорит, что где-то здесь, в этом райончике, жила Raffaella Carrà. Вот у нас так пасмурно сегодня. Да, вот здесь вот теннисный корт, поэтому кондоминиальные здесь будут наверняка высокие. Да, здесь есть в этом кондоминиуме бассейн, поэтому здесь и живут богатые люди, потому что здесь не столько купить дорого квартиру, сколько платить потом за нее, за обслуживание этого кондоминиума. Ormai siamo tutte ecologiste.
квест интересанта. Шик какой-то. Мульта шик. Такие сумки. Bella, le sta molto bene. Perché guarda. A quando le avrei proprio. Наткнулись на магазинчик. Все для пупсы. Аперитив. Это крудино, безалкогольный аперитив. Смотрите, какие штучки они делают, красивые. Канапе. Вот такие у нас сегодня были покупки. Спасибо вам всем за просмотр. Увидимся в следующих видео. Всем пока. Апресто.